сегодня мы будем делать глаза для куклы Блайз в виде звездного неба. Если быть точной в понятиях, это называется чипы для Блайз. Много способов сделать чипы для Блайз, но сегодня мы будем использовать один из таких способов. Для этого я уже заказала вот такие готовые линзы-чипы. Вот данные чипы я заказала в приложении. Вот это приложение. Также на пробу я заказала и готовые чипы. Ну, сегодня мы займемся изготовлением чипов самостоятельно. И для этого я распечатала картинки звездного неба. То есть это просто картинки, которые я скачала в интернете и потом распечатала. Я распечатала сразу много, чтобы было удобнее выбрать, что больше подойдет для наших чипов и для моего образа Блайз. Просто примеряем чипы на наши картинки. Так, сейчас для работы нам понадобится сам рисунок, клей Момент Кристалл. Постараюсь прежде попытаться объяснить, что мы сейчас будем делать, и далее будем делать. Мы намазываем клеем моментом кристаллом область, куда будем наклеивать нашу линзу, так довольно обильно, и очень быстро присыпаем блестками. А далее нам важно приклеить, не просто приклеить линзу, если мы ее просто прислоним, то большое количество пузырей и разных других неприятностей испортит нам весь результат. Нам нужно ее прислонить и как бы вот такими круговыми движениями выдавить все пузыри и потом уже окончательно приклеить. Делать это нужно быстро, так как момент кристалла довольно быстро сохнущий клей. Друзья, с блестками все-таки получаются пузыри, поэтому метод тот же, но без блесток. Так как я все-таки очень хочу использовать блестки, а вторую пару глаз я хочу сделать целиком из блесток. Для этого будем использовать лак. У меня это прозрачный, с такими же фиолетовыми блестками. Пока две пары наших глаз сохнут, нужно удалить заводские чипы. Итак, мои чипы готовы. Сейчас покажу вам их поближе, а перед этим покажу, как я вклеила уже готовые заказанные мной чипы. Вот так они выглядят.
глазки получились действительно космические. Это именно тот эффект, который я хотела получить. Я думаю, будет смотреться очень интересно. А что касается вот этих глазок, я намеренно сделала их без зрачков, чтобы добиться определенного такого более потустороннего, более сказочного, более необычного эффекта. Если вы хотите, вы, конечно, можете сделать зрачок. Это очень легко. Перед нанесением блесток вам нужно просто приклеить черный кружочек. Я советую именно приклеить черный кружочек, а не рисовать его акриловой краской. Потому что если вы будете рисовать зрачок черной акриловой краской, скорее всего, получится неаккуратно. А чипы я вклеивала универсальным секундным клеем «Момент». Надеюсь, тебе понравились новые глаза Блайз. Не забудь поставить лайк, ведь я очень стараюсь для вас. И увидимся уже очень скоро в новых видео. Пока-пока!